Будь ласка, проходьте. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я хотів би сьогодні, щоб ми поговорили про проблеми поводження з тваринами. У нас на сьогодні ситуація дійшла до такої кричущої міри, що догхантери, так звані люди, які знущаються над тваринами, вже мають власні сайти. От без діяльності органів правоохоронних породжує повну їхню безкарність. На жаль, це є загальнодоступний контент, вже не говорячи про те, що це просто скотське тваринницьке поводження з тваринами. Бо ці люди самі по собі є тваринами, дозволяють собі коментувати, наші телеканали беруть в них коментарі. Я хотів передати слово активістам, які борються, захищають тваринний світ. Дуже багато чого зробили, власники притулків, і вони більш детально про це розкажуть. Дякую. Добрый день, меня зовут Александра Мезинова, я владелец приюта для животных «Сириус». Я хочу сказать, что Украину захлестнула волна убийств животных, и в Киеве в первую очередь происходят такие зверства. Убивают по-разному, в общем-то, милиция на это не реагирует, патрули еще приезжают, но на уровне следствия все глохнет. Приюты просто переполнены из-за того, что животных пытаются спасти волонтеры, оставшихся животных. Отравления совершенно страшнейшие происходят. Огнестрельные ранения, это в центре города, в спальных районах, происходят отстрелы животных. Я хочу, чтобы все обратили внимание именно на отстрелы, происходят тоже. Животных зверски просто убивают, и мы просто, честно говоря, не знаем даже, что делать, потому что постоянно обращаемся и к властям, и к полиции, и, в общем-то, это все бесполезно. Добрый день. Меня зовут Костенко Алина Владимировна. Я волонтер, зоозащитница. Я занимаюсь уже более 15 лет проблемой бездомных животных и сама на определенной территории их опекаю. В опеку входит все. Это и кормление, и стерилизация, и лечение, и все. Эта территория называется парк культуры и отдыха «Гидропарк». За эти годы я пережила множество трагедий, особенно в 2013 году было массовое отравление и добивание животных. Значит, все обращения мои в милицию тогда еще и теперешнюю полицию остаются без внимания абсолютно. Значит, на уровне участкового это все прекращается. Заявления в прокуратуру тоже остаются без ответа. Поэтому я не вижу никакого выхода, как только поднять этот вопрос гораздо выше. Я прошу помощи. Помощи в этом вопросе, потому что сами мы, энтузиасты, мы не сможем бороться с живодерами, понимаете? Они процветают. Однако у меня был случай в моей практике, что после трагедии в 2013 году на телепередачу был приглашен главный докхантер-живодер страны, это Светогор Алексей. Естественно, я об этом не знала, были приглашены пострадавшие, я в том числе. И в порыве, конечно, отчаяния, я была на волне еще той трагедии, которая у меня произошла. И мне пришлось, как бы, понимаете, я не сдержалась. Вот Светогор, да. Светогор подал на меня в милицию заявление. И в отношении меня очень быстро было криминальное провадження введено в действие. Также я была под судом, его довели до суда. Вот. К счастью, я вышла из этой истории. Но сам факт говорит о том, что активистов, порядочных людей почему-то привлекают очень быстро к ответственности. А живодеров спускают на тормозах все эти проблемы, все эти преступления. Спасибо. Коло правозахист успішно захистило від державного обвинувачення Аліну Костенко.
її виправдано, справа закрита. А я хочу представити людей, волонтерів, які особисто спіймали за руку живодерів 9 грудня минулого року. Прошу надати їм слово. Добрый день, Головко Инна, благотворительный фонд «Фейрик» по защите бездомных животных. Здравствуйте, Лаврикова Светлана. 9 декабря мы поймали за руку Догхантера, выявили у него из карманов таблетки, которые, соответственно, были уже понятны, что это туберкулезные, которые продаются. К сожалению, в каждой аптеке ими травятся собаки. Соответственно, в кулечке под мегамаркет у него были сосиски, в них были... Соответственно, эти же таблетки. Через пару минут собаки выбежали в агонии, то есть были отравлены именно этими таблетками. Мы вызвали полицию, дело направили в Шевченковское РОВД, но, к сожалению, полиция наша затягивает все это время дело, то есть прошло уже 3 месяца, никаких новостей нет. С нашей стороны мы сделали 2 экспертизы по нашим собакам, которые погибли в тот вечер. Со стороны полиции просто тишина. Они затягивают время, они не хотят с нами работать и помочь тому, чтобы этот человек, который убивал собак зверски, чтобы его посадили или как-либо наказали. Но в нашей стране вот очень такая сложная ситуация. Полиция на самом деле закрывает на многие такие ситуации глаза. Потому что каждый день у нас происходит убийство, травля, расстрелы. Но нужно с этим что-то делать. Нету, к сожалению, да, наказуемости, потому что догхантеры – это люди, конечно, видимо, с поломанной психикой. Анализы, конечно, мы не можем такие давать, но, в общем-то, все на глаза. Это видно. Хочу подякувати нашим телеглядачам, щоб подивилися цей репортаж. І сподіваюся, що ви будете активно боротися з такими явищами в своїх регіонах, будете до поліції звертатися, а ми, як народні депутати, багато людей, Сергій Рудик, Остап Єднак, багато готові підтримувати будь-які ваші ініціативи, якщо їх не чує місцева влада, місцеві правоохоронні органи. Дякую. У нас є запитання, будь ласка, Незалежне бюро новин. Тимаш Елена, Независимое бюро новостей. Я хотела узнать, вот с точки зрения народного депутата, возможно ли на законодательном уровне бороться с догхантерами, в частности, например, повышением уголовной ответственности, ужесточением? На сьогодні ми готові розглянути і стати суб'єктом ініціативи від громадських організацій, які реально займаються зоозахистом, а тут представлені люди, які по 5, по 15, по 20 років займаються захистом тварин, вкладають свої власні ресурси і внести їхню узгоджену пропозицію і далі її лобіювати і подавати. Тут треба, щоб це була позиція від громадськості. Зі свого боку, тут теж не розповіли, але дуже коротко, Сергій Рудик, Остап Єднак разом з активістами виїжджали в наш бородянський притулок, в якому в Києві утримуються в нелюдських умовах собаки, в яких 5,5 мільйонів гривень був бюджет на утримання. 69 працівників по штатному розпису рахувалися, з яких там видно, що частина – це просто мертві душі. Їх не хотіли пускати. Якби не народні депутати, які там фактично двері виносили, то ми б не побачили той жахливий стан, в якому були собаки. І депутати знайшли 6 трупів собак, які просто були скинуті в поліетиленових кульочках, які лежали прямо на території цього. КМДА було поінформовано про це, в принципі, вжиті певні заходи і поставили, але знов-таки за рахунок волонтерів, відеокамери, чого не дозволяла попередня влада, коли приходили волонтери, говорили, дайте ми за свої гроші поставимо цілодобовий нагляд, щоб ми бачили, чим годують, в яких умовах. Тому зараз є ряд ініціатив по Києву, і ми бачимо, що київська влада, в принципі, іде на співпрацю, і з мером двічі говорили, тобто він підтримує всі ці ініціативи, будемо далі громадськість інформувати. Тобто ми вас вірно зрозуміли, що на законодавчому рівні ці питання не врегульовані або врегульовані? Вони врегульовані, якби ми хоча б ті санкції, які існують, доводили до кінця, вже бажання було б менше цих живодерів самостверджуватися. Ви розумієте, що це не ці люди. Тобто вони настільки внутрішньо слабкі, що їм треба самостверджуватися через вбивство когось беззахисного. Тим паче, яким підлим шляхом, як ви чули, запихання пігулок в сосиски. Якщо треба посилювати санкцію, це питання номер 2, ми готові його врегулювати. Зараз треба, щоб
поліція просто реагувала і доводила справи до кінця, а не замовчувала їх. Тому що ми бачимо просто бездіяльність, і саме цей брифінг, він покликаний увагу привернути. Ми підписуємо зараз вже 4 місяці, ми пишемо звернення. Ви бачили, що там закрили судове провадження, ще ряд процедур, де ми просто надаємо як члени міжфракційного об'єднання «Коло», як ініціатива «Коло правозахисту», яку Андрій Руденко очолює, просто надаємо допомогу, бо це щира, чесна ініціатива, і треба її максимальний публічний розголос, щоб якомога більше людей про це знало, і щоб ми це виносили на публічність. З нашою правоохоронною системою можна працювати у більшості випадків через публічний тиск. Тоді вона реагує, коли про це знають журналісти, телекамери, коли про це говорять. Я просто до того веду, що відповідно до чинного законодавства українського, якщо людина не реагує, то вона має відповідати за свою бездіяльність. Тобто українське законодавство це регламентує. Це одне. А друге, я хотіла запитати, от ваші громадські діячі сказали про те, що вони розраховують на допомогу. Яку і від кого? Ну от в рамках того законодавства, яке працює, на яку допомогу по бездіяльності? Ми так само готові подавати свої звернення, запити на міністра Авакова, на Хаті Деканіїдзе, голову Національної поліції з приводу бездіяльності, і зараз такі речі будуть оформлюватися. А стосовно та, яка потрібна допомога, краще скажуть активісти. Добрий день. Ну, по-перше, дійсно вже ті факти, які були, вони факти отруєння тварин, вони відповідно до законодавства чинного українського проведені всі експертизи, все, що треба було виявлено, від влади немає розгляду цих справ і доведення їх до кінця. Можна писати тисячі документів, однак якщо вони не будуть виконуватись від державних службовців, від поліції, від всіх, які мають відношення до цих справ і доведення до кінця, і не буде суд, і не буде призначення цих справ до такого міжнародного рівня, щоб має бути покарання і резонанс цих справ, а не бездіяльність і просто закривання очей на ці речі. Тому що в світі доведено, що всі люди, які вбивають людей, вони починають з тварин. Чому весь світ думає про це, а ми закриваємо це очі? Ми бачимо, як в нас помирають тварини в жорстоких, самих адських муках. Ми проходимо повз, ми що вже не розуміємо, що ми розкладаємо суспільство. Ви співпрацюєте з міжнародними організаціями, які вони взагалі відвідують Україну? Вони відвідують Україну. А чим вони можуть допомогти до нашої влади, якщо влада не робить кроки для того, щоб довести цю справу до кінця? 15 років, вже по 20 років люди займаються цими справами. Факти жорстокості в нас є на кожного із живодерів, всі документи, адреси, автомобілі, де вони працюють, все є. Навіть вже є доведені факти, що саме ця людина отруїла. Чому міліція не береться, не розглядає, не доводить до кінця? Ви мені просто нехай влада тоді пояснить ці речі. Я б ще хотів би попросити наших активістів, щоб вони ще раз для телеглядачів, бо це буде їх повторювати, чітко називали себе, от свої акаунти по соціальним мережам, щоб ті, хто в регіонах, хто цікавиться, хто хоче цим займатися, гуртували зусилля. Чим потужніше буде об'єднання громадських активістів, тим швидше ми досягнемо підсумків. Тому, будь ласка, ще потім в кінці назвіться. Месинова Александра, владелец приюта «Сириус», благотворительный фонд «Сириус». Я хочу сказать, что международные организации неоднократно обращались к Украине с петициями, с заявлениями весьма жесткими. В Европе шли митинги протеста. Это было буквально вот к 2012 году, когда Украина просто тонула в крови животных. Это было перед Евро-2012. Мы тогда обращались к правительству, у нас была большая встреча, приезжала принцесса Майя, приезжали немецкие журналисты, очень известные. Значит, мы тогда встречались с Маркьяном Лубковским, и нам было много чего обещано. Заверяли, что власть ни в коем случае не участвует в этом всем, то есть власть против этого зверства. Но тем не менее, на 2012 год немного притихло.
это все, и потом все началось с новой силой. Сейчас сколько бы немцы, вот очень-очень хорошо выступают немцы в этом отношении, они вообще не понимают, что происходит у нас в Украине, и постоянно поднимают народ на какие-то митинги и пишут петиции, но власти не реагируют вообще. Иногда они даже не встречаются с представителем вот, Германии, которая приезжает сюда для того, чтобы конкретно задать эти вопросы почему-то. И, кстати, вот к Авакову мы тоже приходили под стены, так сказать, здания и просили выйти к нам, просили объяснить ситуацию и хотели донести до него, возможно, детали он не знает. Вот. И, честно говоря, ни разу, в общем-то, нам не было отвечено так, как положено, и ни разу не пошли на контакт, ни разу. С нами работает только начальник управления патрульной полиции Зазуля Юра, он очень откликается на эти все вещи, патрульные машины выезжают, но патруль это не то немножко, то есть их задача задержать, их задача предупредить, то есть они помогают даже приехать животным в клиники, вот, в приюты привозят животных. Мы с удовольствием откликаемся. Вот, например, мой приют просто переполнен уже от таких ситуаций, вот этими животными оставшимися. А именно полиция на уровне следственных органов вообще молчит. Более того, там среди этих живодеров достаточно много бывших милиционеров. Достаточно того, что их главный вдохновитель – это адвокат. Это вообще уже ни в какие рамки просто не входит. И никто на это не реагирует именно из правоохранительных органов. Поэтому мы просим правоохранительные органы именно обратить на это внимание, потому что иначе мы не можем просто. Общественность готова помочь всем. Мы уже следили, и патрулировали, и делали все, экспертизы за свои деньги и так далее. Но мы не можем сдвинуть это все. Закон все-таки должны исполнять те люди, которым положено это исполнять. Спасибо. Дуже дякую. Мы еще уточняющее запитание, будь ласка. У меня уточняющий вопрос. Ведется ли статистика, сколько в данный момент открыто уголовных производств по фактам докхантерства? Сколько из них дошли до суда и уже в частности, сколько есть приговоров? Мы делали такую статистику. За 5 років зафиксировано и внесено до ЄРДР 1200 фактов по всей Украине. Однако нам відомо лише про одне прізвище, це Відула, якого реально позбавили волі за жорстоке поводження з тваринами, який це робив в присутності неповнолітніх осіб. Але це єдиний факт на всю країну, який відомий. Більше нам не відомо. Санкція дуже маленька, і це був лише єдиний факт, який став відомий суспільству. Ще є уточнення, будь ласка. Я хочу сказать, что нас возмущает еще один факт. Вот, кстати, Відулу в основном привлекли не за то, что он жестоко обращался с животными и зверствовал. Его в основном осудили за пропаганду насилия в интернете. И мы хотим обратить внимание, что у этих живодеров есть свой сайт, которым мы давно просим закрыть. Просим уничтожить этот сайт, через который координируются все действия. Более того, они сейчас собираются общественную организацию регистрировать. Они очень организованы. И нам постоянно идут отказы. Мотивируя это тем, что зарегистрировано это в другой стране, что это сложно и так далее. Приходят официальные ответы от МВД. Приходили о том, что это совершенно нереально. Хорошо, это что, нормально в нашей стране, где есть закон о жестоком обращении с животными, где есть наказание за пропаганду насилия, это нормально, вот эти сайты, на которых они вывешивают количество животных, которых они должны убить, районы, где это должно быть, фотографии этих животных и фотографии убитых животных, ведут подсчет и соревнуются по количеству этих животных. Эти люди обзванивают приюты, обзванивают хозяек приютов, обзванивают волонтеров, угрожают физической расправой. Уже много волонтеров пострадало от этого, то есть есть избиения. У нас волонтер недавно, пожилой человек, который попал в больницу,
просто попал с травмами серьезными после избиения вот этих вот людей. То есть, в принципе, идет просто прессинг, дикий прессинг со стороны вот этих вот живодеров на мирное население. Я вообще не понимаю, насколько это нормально. Мы очень просим защитить просто мирных граждан, имеющих животных, от вот этих вот садистов, потому что управы на них уже нет. То есть они открыто заявляют, что они никого не боятся. Я их прекрасно понимаю, им действительно никто ничего не делает, никто их не останавливает, понимаете? Поэтому мы ждем только поддержки от полиции, от власти. Наш основной месседж, и то, что мы пришли сегодня сюда, мы хотели бы, чтобы просто наказали этих людей, потому что это ненормально. Ни в одном европейском обществе нет садистов, которые спокойно разгуливают по городу, которые в интернете пропагандируют убийство, пропагандируют то, что это абсолютно нормально. И это не только в интернете. На сегодняшний день, если мы поднимем историю, то эти живодеры абсолютно спокойно на телеканалах заявляют о том, что они травят этих животных, как они это делают. И это происходит все в прайм-тайм, когда могут увидеть это дети, когда могут увидеть это подростки, которые будут считать, что это абсолютно нормально. Какую почву мы растим для наших детей, какое общество мы можем получить, исходя из того, что мы абсолютно нормальным считаем пропаганду убийства. Поэтому мы хотели бы, чтобы полиция, а именно на уровне следствия, чтобы они обратили на это внимание, в конце концов прекратили закрывать дела, а начали наказывать этих людей, потому что нигде, ни в одной цивилизованной стране мира нет такого, чтобы эти люди спокойно разгуливали по улицам и спокойно изо дня в день в интернете, по телевизору, везде, где угодно рассказывали, что это нормально, это хорошо. Их приглашали, еще они заручались поддержкой общества. Мы хотим, чтобы это прекратилось и остановить их, чтобы полиция, их место в тюрьме, а не на телеканалах, а не в интернете. Эти люди должны сидеть в тюрьме и прекратить эту пропаганду. Спасибо.